Теневая экономика РФ достигла уровня африканских стран. Доля теневой экономики в России достигает 33,7% ВВП. Для европейской страны этот уровень чрезвычайно высок. Аналогичная ситуация наблюдается в странах Африки и Пакистане. Международный валютный фонд оценивает долю теневой экономики Российской Федерации в 33,7% ВВП страны. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на работу фонда, которая оценила размеры теневой экономики в 158 странах мира. Работа пока не подтверждает тренд на сокращение российской тени после 2014 года, хотя после 1998 и 2008 годов это, по данным МВФ, происходило, добавляет газета. По разным подсчетам доля тени в экономике РФ составляет от 23 до 40% ВВП страны. В России при этом сложно учитывать масштаб теневой занятости и проблему двойного счета при уходе от налогов, поясняет издание. Если рассматривать доли тени в странах Европы, и даже Восточной Европы, то показатели России чрезвычайно высоки. Аналогичные цифры в 2015 году МВФ дает главным образом для относительно развитых стран Африки, Пакистана. Что касается стран Евросоюза, то сходный уровень теневой экономики отмечен только у Румынии и Болгарии. В более или менее развитых странах показатель находится в пределах от 7% до 15% ВВП. США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур, пишет издание. Напомним, уровень теневой экономики Украины сократился в первом квартале прошлого года до 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamikorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.